Всем приветики, ребятки, и сегодня я для вас подготовила видео с кодом в игру Adopt Me. Эта игра достаточно популярная, точнее, не то чтобы достаточно популярная, мне кажется, ее знает каждый роблоксер, либо просто даже не роблоксер, мне кажется, некоторые люди, которые не играют в Roblox, эту игру точно дослышали. Ну что, вышел код, правда, он не совсем свежий, потому что я как-то проворонила этот момент, когда в Adopt Me стали выходить коды, но тем не менее он есть и он рабочий. Телепортируемся в центр к подарочкам, и я вам покажу, куда ехать, так как менюшки ввода кодов именно здесь нет. Так, ну в центре собрались люди, как обычно. Так, да, я перекидывала. Ну, в общем, едем у нас в суд. Вот, мы едем в суд. Вот тут суд у нас находится, там, где мы проходим проверку, где нам дают лицензию для трейдов. Едем в наш суд. Ну вот, это видите, как она находится. Вот, на спаун телепортируйтесь и по мостику проезжайте, который рядом со школой. И приезжаем вот в этот суд. Это такое маленькое здание, в принципе. Останавливаемся здесь и заходим внутрь. Нам проходить ничего не надо, просто мы должны так спуститься. И найти у нас такую штучку, где мы вводим коды. Вот эта штука. Мы к ней должны подойти. Видите, тут лапочка нарисована, такая лапка. Тыкаем G. И мы можем вводить наш код. Кодик выглядит вот так. M-Track 2023. Запоминайте его, вводите в точь-в-точь, как я. Нажимайте кнопочку Redeem. И можете получить такой вот грузовичок совершенно любого цвета. Вы можете выбрать его абсолютно любым. Так, давайте какой бы цвет ему выбрать. Ну, давайте какой-то... Вот такой вот мне нравится, какой-то нежно-желтый, не знаю, песочный. Нажимаем Done, и отлично, Thai Delivery Truck был добавлен в твой рюкзак. Спасибо, давайте выйдем на улицу, затестим его и посмотрим. Так, тут восклицательный знак мне нравится. И посмотрим, как на нем можно кататься, ездить и все такое. Так, мы вышли, заходим в наш инвентарь. Видите, у нас вот только что там ничего не было, а сейчас у нас есть вот это грузовичок. Садимся на него и посмотрите, как он выглядит. Он у нас выглядит как какой-то грузовик мороженщика. А, тут... Это какой-то мини-лимузин, видите? Можно зайти сюда. Вот тут вот как будто бы можно посидеть. И, ну, в принципе, такой вот грузовичок. Ну, выглядит еще так красивенько. Можем присесть и покататься. Скорость у него... О, кстати, скорость у него достаточно хорошенькая. Ну, в принципе, как у обычного транспорта. Есть же еще скоростные машинки, типа спорткары. Но вот такой вот грузовичок на халяву получить, в принципе, почему бы и нет. Да и тем более код может в любой момент истечь, так что обязательно погашайте его. И теперь подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые свежие кодики в различные игры и также в Adopt Me. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. До новых встреч!